друзья мои, если вы хотите разрисовать красивые яйца, можно взять просто фломастеры и придумать свой сюжет. Ну вот, например, на красном яйце я нарисую 5, давайте, котика. Мы их с вами же рисовали, да, недавно? Кто-то рисовал, кто-то нет. Вот. Сюжет может быть любым. И здесь ушки мы подрисуем. Усы. Вот такой вот котик получился. Здесь еще можно бантики нарисовать. Это такой котик с бантиком. Здесь у меня листочки нарисованы на желтом, здесь цветочки и просто линии. Здесь большой цветок и мордочка дракона. Здесь сердечки и просто точки. Ну вот, ребята, присылайте мне свои пасхальные яички. Мне очень интересно на них посмотреть. Да и другим ребятам тоже, как вы их распишете, как вы на них нарисуете что-то. Вообще, можно даже на белых яйцах вареных рисовать. И там тогда можно будет любыми цветами рисовать. Там и желтый будет видно хорошо, и оранжевый. Потому что, вот, например, на красном яйце, если рисовать оранжевым, его не видно будет. А синий смотрится как черный. То есть попробуйте и белые яйца раскрасить просто фломастерами. Все, жду ваших пасхальных яичек.